Чемпионат Европы по гребле на морских елок в Санкт-Петербурге для мариупольских спортсменов завершился вполне успешным. Они завоевали серебряные медали, хотя путь к этим наградам был тяжелым и тернистым. Для начала пришлось быстро привыкать к новым пластиковым шлюпкам. Мы практически на них не ходили. Что успели посидеть там первый, второй день, только это и было наше ознакомление. То есть адаптации к местным условиям у нас практически не было. Плюс ко всему была изменена длина трассы. Вместо 2 километров предстояло гоняться на одном. Все эти факторы создали немало неудобств для украинцев. Однако наши парни успешно преодолели все преграды и в финальном заплыве лишь на 3 секунды отстали от победителей чемпионата россиян. Ну, это считается очень небольшой отрыв. Не совсем маленький, но небольшой, будем говорить. Но все остальные команды накатывали уже очень хорошо. Там рубка была. Мы просто первые и вторые делили место, а за нами уже остальные. Бронзовые медали чемпионата завоевали белорусы, а наша команда теперь настраивается на борьбу за Кубок Европы. Турнир пройдет в начале сентября в Севастополе. Борис Яковенко, Виталий Сапрыкин, информационная программа «Зеркало».